Всем привет, меня зовут Лера, и я учусь в 9 классе. С Александрой я познакомилась зимой этого года. Я перешла в новую школу, где происходит углубленное изучение химии и биологии. Там очень тяжело учиться, и поэтому мы с мамой решили взять дополнительные занятия по биологии. Через интернет мы нашли Александру. Александра очень позитивный и общительный человек, и нас это очень сильно заинтересовало. Ее подход к обучению очень интересен и необычен, потому что не все учителя выбирают такой способ обучения. Александра очень нежный, добрый человек, который очень трепетно относится к своим ученикам и хочет, чтобы мы много узнали. От занятий с Александрой мы испытываем уйму офигенских эмоций, потому что ее занятия наполнены общением, то, чего многим подросткам не хватает в жизни. У Александры очень интересный подход к преподаванию. Это очень интересно и необычно с другой стороны. Занятия не вызывают никакой страх, потому что все занятия проходят очень весело, позитивно. Александра найдет, как развлечь ребенка даже на самой скучной теме. Александра может рассказать о биологии так, как бы не рассказал ни один другой учитель. Поэтому выбирайте Александру.